Приветствую, любительницы и любители пострелять. С вами Эфемер Абстрактный, и сегодня я вам буду рассказывать прямо с закрытого бета-теста Майла о игре Фраг. Во Фраге имеются 4 класса бойцов, ну, по крайней мере, пока что. Вот, есть какое-то развитие, но, честно признаться, я даже не знаю, как это комментировать. Вы видите все на своих экранах. То есть есть какие-то базовые классы, и они развиваются в расширенные, можно так сказать. Вот я могу, видимо, прикупить расширенный класс. То есть мы прокачиваем классы как в танках. Не побоюсь этого слова. Собственно, в чем разница в здоровье, в прочности щита, в скорости передвижения. Сейчас посмотрим, что у нас здесь дальше. Если честно, я особо не заглядывал дальше, но вот. То есть с каждым открытым новым классом мы становимся толще, больше и больше урона наносим. Я даже не хочу это ни с чем сравнивать, потому что представляю, какой будет дисбаланс, если, допустим, зайдет какой-нибудь инженер 5 уровня против инженера 1 уровня. Это нечто. Так, ладно, вернемся к начальным классам. Я думаю, все они развиваются примерно одинаково. Диверсант Игорь Семенов имеет гранату в своем распоряжении. Какие-то там два пистолета-пулемета и какой-то там, если не ошибаюсь. Так, сейчас мы его найдем. Так, нет, это не то. Так, а почему я его не вижу? Угу. То есть они, походу, еще и по вот этим вот зачем-то разделены фракциям. Я не знаю, честно, зачем они разделили по фракциям. Ну, тем не менее. Вот, отравляющая дымовая граната. Но это уже первый уровень, а нулевой уровень имеет, по-моему, просто гранату. По крайней мере, когда я ее кидал, я не видел, что кого-то она отравляла. Когда в меня ее кидали, да, она отравляет. Вот, имеется щит у него, как это не смешно звучит. Здоровье имеется и тоже скорость передвижения. Так, дальше. Инженер. Инженер умеет ставить энергетическую стену. Пулеметчик умеет усиливать свой щит и под этим щитом пытается всех просто перестрелять жутко. Ну, гранатометчик, как ни странно, имеет гранатомет, он же ракетница, и умеет он пуляться самонаводящимися ракетами. Это, ну, это чит. Но чит такой, что, ну, по крайней мере, я не смог его использовать так, чтобы прям, ну, прям гнуть, что называется. Вот, и самое важное, самое интересное, это все можно было бы забалансить, возможно, если бы вторые уровни не играли с нулевыми уровнями или с первыми уровнями, как вот здесь вот по развитию идет. Если бы не одно но. Есть одно но, очень некрасивое, нехорошее. В игре есть такая штукенция, называется жар. Как только вы ее поднимаете, вы наносите гораздо больше урона. Ну, собственно, давайте поиграемся с инженера второго уровня. Попробуем куда-нибудь прицепиться. Как ни странно, игроков, ну, я бы не сказал, что много, но в принципе достаточно. То есть вот мы цепляемся, как бы, как прям как и должно быть. Сейчас мы куда-нибудь прицепимся. Давай. Давай. Ну. Я верю в тебя. Вот, потом появляется некоторая выработка, и вы можете прочесть, что вот владение жаром
резко повышает урон, наносимый оружием. В общем, тот игрок, который владеет этим жаром, вот пока что на ЗБТ, это просто имбалансный игрок, который всех сносит, а все остальные только вот успевают отхватывать от него. Вот. Единственное, что я хотел бы отметить... В этом секторе замечены враги. Уничтожьте их. Используйте любые возможности. Вот, у нас в секторе замечены враги. Это страшно. В плюсы я бы хотел отнести оптимизацию. То есть, вот, FPS у меня ниже 60 не падает. Это ультра настройки. А в минусы я бы хотел такую... такую вещь отнести, как вот эти вот все ступеньки. Они какие-то... Ну, в общем, они какие-то, я не знаю, пластмассовые. Вот уже меня убивают. Ай-я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 й. Все, я убит. Лягушонок меня убил. Вот, я успел поставить стенку, но ненадолго. И вот эти вот всплывашки классические, двух подряд, божественно и прочие-прочие радости. Может быть, кому-то понравится, я не знаю. Но обратите внимание на одну такую вещь. Я не убиваю с одного патрона в голову. Хуже того, я даже не начну сносить никого. Вот, я говорил про это. Ярость, да. И этот человек, вот. Это не просто. Он вышел там. Не смог. Ну, кстати, я зашел неудачно. Вот нас, смотрите, нас просто на базе рвут. То есть 4.26. Это говорит о чем? Это говорит о том, что вот у человека, вы видите, F-жар, он с ним ходит сейчас, и он ничего не дает нам делать, абсолютно ничего. То есть, Майл, господи, научитесь делать баланс хоть в одной игре. Вы столько игр сделали, но... Блин, вы либо сваливаетесь в донат, либо вот новая радость. Так, сейчас я попробую все-таки с базы выбраться. Ну, вряд ли у меня получится, конечно. Ярость. Вот, наши, по-моему, захватили. Так, вот, про графику, собственно, вся графика довольно простенькая. Что-то там напоминает. Что-то стимовское такое, знаете? Я думаю, вы поняли, о какой я игре говорю. В общем-то, оно и глаз не режет, но и ничего выдающегося-то и нет. И вот эти вот щиты, ну, я не знаю. То ли одно дело, когда, да, игрок с умением сносит вас как-то там. И то ли вы вот страдаете фигней и... Пускаете кучу снарядов выдуманных, ставите энергетические стены, пытаетесь хоть кого-то убить. Так, я наконец-то перестал дохнуть. Вот, вот, вот он под яростью и все. Нет, я его все-таки убил. Хоть кого-то я убил. Я не могу сказать, что я прям отвратительно играю в стрелялки онлайновские, но... Но вот в это я бы не хотел играть, если честно. Вот сразу с ЗБТ просто, вот никакого желания не возникает. Здесь нет ни того, что мы привыкли видеть в... Ну, знаете, в хороших таких стрелялках типа контры, то есть нет таких хедшотов. И нет, с другой стороны... таких хороших вещей, как в кваках мы привыкли видеть. Может быть, кому-то понравится, может быть, я не прав. Вот я щит заколебываю сбивать. Зачем это? Почему все это? Зато вот меня уже сзади убивают. Умри пофигу. Вот, я его убил из-за того, что у меня стена сработала. Офигеть. А если бы стены не было, то он бы меня убил. Вот и вся игра. Ой, там лягушонок идет. Ой-ой-ой.
Так, вот я сейчас попробую ярость схватить и посмотреть, что получится. Давай, 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 давай. Кстати, судя по сообщениям, которые мне выдает система, у меня жутко перегревается комп. Вот я просрал свою ярость успешно. И это не круто. Ну, комп у меня, допустим, перегревается, потому что я еще пишу видео для вас. Я не думаю, чтобы игра так уж сильно. Но это говорит, опять же, в пользу оптимизации. То есть, опять же, это плюс. Не все смогут, не только обладатели Intel, но и простые смертеры с AMD играть без тормозов. Господи, что это? У меня напал беспилотник. Я не могу от него отбиться. Кошмар какой. Как вы видите, большинство игроков играет инженерами. Знаете почему? Потому что у инженера оружие более-менее сносит. Если вы играете за пулеметчика, вам надо чертову уйму выпустить снарядов, чтобы, ну, хоть что-то сделать. Да, он круто сносит под яростью, но без нее, сами понимаете. Ну и плюс ко всему стена вот эта вот. Вот меня более прокачанный инженер снизит. Я вот не знаю, как-то можно посмотреть, насколько персонаж выкачан или нет. Вот я не вижу так, чтобы просто. Я вижу по их способностям, что они гораздо выкачнее, чем у меня. У меня дрона, например, еще нету. У них уже есть. Это о чем-то говорит. Ну, я так думаю, что если Майлз может совладать с балансом, то тогда, может быть, игра найдет своего покупателя. Не побоюсь этого слова. Если они не смогут совладать с балансом и задерут ценники, то, скорее всего, это будет очередной провальный проект. Все, меня опять убили. Вот, кстати, дымовая граната, под которую я попал, которая еще отравляет. Игра я здесь отвратительно, с этим я даже спорить не собираюсь. Нас опять снова зажали. Вот, просто на базе умираешь. Вот. Ну, я не знаю, это бред. В общем, у меня одно желание возникает. Нажать выход и все. Но, тем не менее, надеюсь, что я вас смог ознакомить с данным ЗБТ. Вот, если вам нравится то, что я делаю, не забывайте подписываться. Заходите в описание к видео. Там есть полезные ссылочки на соцгруппы и не только. Я же с вами прощаюсь и до встречи в следующих видео.